На встречу в 15 класс пришли ассистенты, концертмейстеры, ученики и друзья Юрия Исаевича. Я хотел сказать вам несколько слов по поводу вашей работы. Главное в жизни для художника должно быть его искусство, должно быть его творчество. Если не начинать развивать в себе творческий подход с самого начала, с детских, даже с детских лет, не только со студенческих, то никогда к самостоятельному творческому мышлению и не прийти. Мне лично бывает ценно, когда вот вы проявляете какие-то свои мысли, когда я чувствую, что вы что-то подумали и имеете какие-то свои идеи, какие-то свои концепции. Пусть они будут неправильные, мы их поправим вместе. Но начиная с неправильных, вы придете и к правильным. Если же вы будете все время только ждать, что педагог даст вам уже что-то, готовую идею, уже развитую, уже разжеванную, как говорится, которую надо только проглотить, то вы останетесь совершенно беспомощны тогда, когда вы начнете свою самостоятельную деятельность и останетесь без педагога. Поэтому нужно себя к этому готовить. Когда вы какое-то сочинение изучаете, нужно познакомиться с другими сочинениями этого автора, хотя бы послушать что-то, записи, может быть. Почему-то, как ни странно, но молодежь часто идет по линии копирования вот каких-то внешних чисто моментов. Вот какого-то глиссандо, какого-то рубато, какого-то одного и другого нюанса. И часто не замечает, не ухватывает самое главное, что нужно было бы взять от исполнителя, а именно его понимание самого духа сочинения, понимание самого почерка композитора. Потому что если мы сравним исполнение различных артистов, мы увидим, что вот именно вот эти-то мелочи, эти подробности, которые обычно с такой охотой молодежью копируются, они у всех разные. А вот само постижение духа, само постижение стиля, оно, так сказать, все-таки глубокое, убедительное, понятное и отвечает замыслам композитора. И мне думается, что поэтому нужно обращать свое внимание не только на занятия на инструменте. Подчеркиваю еще раз, не поймите меня, так что я как-то пренебрегаю этим, боже упаси. Самое большое понимание музыки, самое большое постижение ее без средств, которыми мы это можем осуществить, ничего нам не даст. Так может воспитаться только слушатель музыки, человек, который может умно, хорошо и эрудированно о музыке поговорить. Исполнитель должен обладать всеми техническими средствами. И в то же время нужно главным образом, главная задача – это развивать свое понимание музыки, постижение замысла композитора. То есть, короче говоря, надо иметь не только чем сказать, но и иметь главным образом то, что каждый художник хочет сказать. Волнующий, правда? Необыкновенно волнующий. Не только услышать голос Юрия Исаевича, но услышать в 15 классе. Вот когда мы здесь все собрались вместе, я не знаю, у меня такое ощущение, что откроется дверь, и на пороге фигура Юрия Исаевича. Юрий Исаевич, обуреваемый желанием заниматься. Вот как он пришел в 3 часа в класс и до 11, до половины 12. С полной отдачей в этом классе идет
педагогическое действие. Я бы по-другому это даже назвать не могла. Так очень выразительно, когда... Выражать мысли можно не только словами, но это требует большого умения. Здесь, в Московской государственной консерватории, наставник многих лауреатов международных конкурсов профессор Янкелевич помогает своим ученикам обрести это умение. В общем, больше динамики, больше крещендо диминуэндо и почти не делает темповых отклонений. Как это звучит, звучит так мягко, певуче, все хорошо. Но тут указано лишь Allegro con fuoco. Allegro с огнем, вот именно. А вот огня мало. Огня мало. Нужно, чтобы это было все как-то немножко более акцентировано, более ярко, с большим таким блеском, с большим импульсом, с большим темпераментом. Давай, это касается вот всех динамических линий. Вот крещендо идет, вот сюда, вот видишь, да, это место. Да? Так, большое крещендо. Потом, пожалуйста, вот это вот место самое. Там, три, тара, три, тара. Большое крещение, характер штриха самый, более акцентированный, так? Ра-па-па-па-па-па-па. Скорее, я бы сказал, вот это надо играть даже немножко маркированным штрихом. Да вы не можете не помнить, мы все, в общем, этим живем. И до сих пор я, не ученица Юрия Исаевича, но я не могу забыть, как это сочетался интеллект и сердце, высочайший профессионализм и полная свобода артиста, увлеченность и какой-то строгий, я бы сказала, даже расчет, но вы сейчас лучше меня скажете. Лучше меня скажете. Это, конечно, чудо. Вот сейчас все ищут понимание, что такое педагог, что такое учитель, наставник. Юрий Исаевич, это, конечно, удивительное явление в педагогике. В любой причем, не только в музыкальной. И вот этот класс, я не побоюсь сказать, он сохранил магию присутствия Юрия Исаевича. В чем же его магия? В чем же это чудо? Потому что искусство Янкелевича – это чудо. И чем дальше дистанция, тем она или оно, это чудо, видится ярче, рельефнее. В чем же секрет величия Юрия Исаевича как педагога в необычайной наполненности любовью к людям и к своим ученикам? Потому что, наверное, главное в педагогии и вообще в человеке, почему это, сказать, называется human, любовь к ближнему. Вот это то, что наполняло его, все его существо, и то, что он стремился вложить все, что в нем есть лучшего, все свои знания, все силы своей души, всю свою богатейшую действительно натуру. И он отдавал это целиком, без остатка, своим ученикам, всем людям, которые общались с ним. И не жалея себя, не жалея, и больной, и усталый, без отпусков, без развлечений. Я помню, уже последний период его жизни, когда он вообще действительно очень себя плохо чувствовал, все равно никогда не ездил один ни на отдых, ни на каникулы, никуда. Всегда хвост учеников и приезжих, и таких, и консультаций. Все за ним ездили, и ни дня, ни секунды покоя ему никогда не было. Но надо сказать, он без этого жить не мог. Наверное, просто вот такой тихий отдых с удочкой там, или с ракеткой, или за рулем своего автомобиля, который он обожал, просто для него был невозможен. И даже без телефона, когда он узнавал, кто что делает, занимается, и все, он тоже не мог существовать. Вы знаете, вот этот редкий человек, он прожил
не одну свою жизнь. Вы знаете, его величие в том, что он ведь прожил жизнь всех своих учеников. Как замечательный актер.
Константиновна, я думаю, что вы совершенно правы, когда вы употребили это слово «магия». Я думаю, что Юрий Исаевич обладал именно тем редким персональным магнетизмом, который распространялся не только на всех нас, его учеников, но и на его коллег, на его друзей и знакомых. И это прежде всего, очевидно, исходило от его полной преданности своему делу и невероятной воли. Мне посчастливилось, в общем, с самого начала, с самых своих первых шагов заниматься у Юрия Исаевича и у Майи Самойловны. Так что я переступил, очевидно, порог этого для меня священного класса. Наверное, мне было лет 6 тогда. И, в общем-то, до самой смерти Юрия Исаевича я здесь был довольно частым гостем. И для меня незабываемое время было, конечно, период июнь, очевидно, был май-июнь 66-го года, когда во время конкурса Чайковского Витя Третьяков, конечно, сюда приходил каждый день, Володя Ланцман готовился к конкурсу в Монреале, а меня Юрий Исаевич готовил к конкурсу концертина Прага в 66-м году. Мне было почти 12 лет тогда, но это время я помню прекрасно. И сюда приходили каждый раз новые члены жюри конкурса Чайковского. Это были действительно интернациональные открытые уроки. И это время было совершенно незабываемо. И я зачастую вспоминаю какие-то вещи, которые он мне говорил, и не только глубокие, так сказать, по музыке, но и забавные. Как-то он на меня посмотрел, говорит: ну что ж ты так стоишь, ты играешь, как заяц на гитаре. Вот это я запомнил на всю жизнь. И где бы мы ни были, где бы мы ни жили, где бы мы ни играли, он с нами будет всегда. В 1966 году на конкурсе в Праге Дмитрий Ситковецкий получил первую премию. Сейчас он живет в Лондоне, много работает, концертирует. Он пришел в класс на встречу всего лишь на несколько минут. Надо было готовиться к вечернему концерту, в котором принял участие еще один ученик Янкелевича, Михаил Капельман, первая скрипка государственного квартета имени Бородина. Thank you.
звука, и по силе звука она не должна быть на том же уровне. Это все уравнялось. Она несколько, там она подчеркивается специально, она должна, так сказать, выйти немножко из своего уровня. Острее, немножко как-то так, ярче. Шлаги короче надо играть. Начал говорить,
думаю, что я забыл почти этот голос. Голос как голос. Но когда слова образовали мысль, когда я услышал знакомый порядок, я почувствовал, что часть моей души – это Юрий Исаевич. И действительно, он в каждом из нас живет. К сожалению, после 30 лет нашей жизни с момента рождения сплошные потери. Это всегда очень грустно. Долгое время любили говорить, что незаменимых людей нет. Вернее, долгое время говорили, что незаменимых нет. Что можно каждого человека заменить. В том-то и секрет, и беда, и счастье, с другой стороны, что нельзя заменить каждого человека. Самое главное чудо педагога заключалось в его личности. Атмосфера в его классе была исключительной. В классе было необычайно дружно. В классе было необычайно весело. Если уж что-то случалось, то это обсуждалось всеми. И виновнику было очень тяжело. Так было неоднократно и в моем случае. Удивительно то, что существовала как бы школа Янкелевича. И школа именно в старинном понятии. В старинном понятии эпохи Возрождения или еще до этого древней Греции. Все здесь работали. Замечательные отношения с ассистентами, Юрий Исаевич. Не только творческие, но и человеческие. Все это создавало необычайную атмосферу. Хотелось трудиться, хотелось играть. Что поразительным было, то, что Юрий Исаевич учил всех, не только талантливых людей, с которыми, с одной стороны, легко, с другой стороны, очень трудно. Но он учил и менее способных людей. И говорил очень часто, что заслуга настоящего педагога научить менее талантливого человека. У него все играли замечательно. И в каждом можно было найти какие-то удивительные, привлекательные черты. Юрий Исаевич необыкновенно умел вынимать из ученика то хорошее, что было присуще ему. И добавлять того, что не хватало. И добавлять того, что не хватало по возможности. По возможности. По возможности. По вкусу. По вкусу. Все были разные. Вопрос об индивидуальности, конечно, он очень остро стоял и стоит всегда. И проблема эта, в общем-то, довольно сложная. Но вместе с тем, Юрий Исаевич очень правильно и точно замечал. Но все равно же ты будешь играть своим звуком. Ты же будешь говорить своим голосом. И никто другой не помешает тебе. Мне кажется, что в этой простой фразе очень большой и глубокий смысл. Потому что многие студенты боятся потерять, так сказать, свою индивидуальность и думают, что педагог своими замечаниями, он душит их инициативу и как-то мешает раскрепощению всех идей и мыслей. В действительности это не так. Просто настоящий большой педагог, он ощущает себя в рамках стиля значительно лучше, чем начинающий студент. А рамки стиля – это огромное совершенно расстояние. Можно так, можно так. Но все это, конечно, должно же быть под контролем мудрого учителя.
сказать еще о том, что ассистенты Юрия Исаевича, которые сейчас продолжают так замечательно передавать то, что стало традицией, школу Юрия Исаевича, не только в Советском Союзе, но и за рубежом, Майя Самойловна Глизарова, Ирина Бочкова, Евгения Чугаева, некоторое время занимался с нами Рафаил Иванович Давидян. Сколько было всего, сколько было шутливых розыгрышей. Как я сам разыграл Юрия Исаевича в Париже, однажды загримировавшись под странное существо с длинными волосами, в очках, говорил мне своим голосом, назначил ему встречу. Да, в кафе «Де ля Пе» в Париже. Мы договорились с человеком, который его привел туда, что один некий молодой человек хочет ему поиграть. Да, Юрий Исаевич в это время находился в Париже. Он давал там консультации. И договорились встретиться в кафе «Де ля Пе» около Гранд-Опера. Я ждал на углу уже. Но со скрипкой? Со скрипкой, но у меня было узнать практически невозможно. Выучив несколько фраз по-французски, я приветствовал мэтра, профессора Якилевича. Мы сели все за столик. Он стал меня спрашивать, что я играю. Я ему объяснил, что я играю Паганини, там назвал ряд сочинений Баха, Винявского, Шассона и так далее. Юрий Исаевич все еще не знал, что это я. И вот в середине чаепития я взял его за колено под столом. Надо сказать, что все, конечно, изменилось. Юрий Исаевич очень культурный, вежливый, тактичный человек. Он выразительно смотреть на своего соседа, который его привел туда, нашего русского человека, и тихонечко ему говорит: слушай, что это за сумасшедший тип? Слушай, что это за парень такой? Вроде и парень вместе, бог узнает что, слушай, что это такое? Я не понимаю, в чем дело. Ну, тогда я увидел, что наш столик привлек внимание вообще всей публики, которая в это время там находилась. Я снял парик и предстал таким, как я есть, перед Юрием Исаевичем. Первые две минуты он молчал, а потом он стал страшно смеяться. А вы знаете, когда он смеялся, у него так прыгал живот. Невероятно совершенно, да. Он сказал: ну бандит, ну я тебе в Москве припомню. Ну и вот он начал мне потом, соответственно, тоже со мной всякие шутки разыгрывать, привязывал какие-то пружины, здоровался так, что человек дернулся. Ну, в общем, это все было, мне кажется, для того, чтобы работа не была работой. Я думаю, что это очень важно. Это чувствуют и слушатели, которые приходят в зал, что работа – это когда она является работой. Это не искусство. Искусство должно быть легким. Юрий Исаевич учил это. Я не знаю, я не могу говорить один, здесь много народу. И я себя неловко чувствую. Могу вам только сказать, что как было написано в одной древней книге, что слава дарует мудрому человеку вторую жизнь. Когда я вошел сегодня в класс, я почему сейчас об этом говорю, потому что то, что сказал Володя Спиваков, ну, наверное, мог бы не так вот, но так же почувствовал бы. Голос Юрия Исаевича сначала действительно, в общем, казался каким-то, ну, не таким знакомым, как раньше, мягко говоря. И потом действительно вспоминался интонация, и все это стало как-то роднее, но самое страшное мне поразило одно, вот, что как не доучился я у этого человека, потому что по прошествии 15 лет говорятся те вещи, ну, которые должны быть основополагающими для людей разных индивидуальностей, разных стилей. И вот у меня возникает в голове мысль, а может быть, не только воспоминаниями можем мы, потомки и должники Юрия Исаевича, ограничиться. Мы должны как-то это сделать. Вот эта пленка, она должна стать диском.
Я думаю, что никто, в общем-то, с ней будет против этого. А в принципе, вот еще хотелось бы мне вспомнить одну историю, после которой я, уже будучи преданным Елисаевичем, как и все из нас, стал ему предан, в общем-то, все уже, наверное, навечно. Меня совершенно поразило, как он себя в этой ситуации повел. Это было в одном, даже не помню точно года, в дни примирения консерватории. Мне пришло какое-то сумасшедшее задание, за 8 дней подготовиться, к пополнению группы конкурсантов в Париж. Юрий Александрович посмеялся, я посмеялся, почему-то вместе взялись это делать. Юрий Александрович тогда прекратил заниматься вообще всем другим. Я практически, в общем, не ночевал, дневал с утра до вечера в квартире и в консерватории. И такой сумасшедший, в общем-то, проект был, кажется, осуществлен. Осталось 2 дня до отъезда. И вот я сижу дома уже у себя, вдруг телефонный звонок. Поднимаю трубку. Голос Юрий Александрович такой нейтральный. Он спрашивает: ты что, стоишь или сидишь? Я говорю: а мне как? Какое положение принять? Так шутили, значит, он говорит: ты лучше сядь. И голос его стал очень таким уже серьезным. Я сел. И тут, в общем, Юрий Александрович мне сказал, что поездка отменяется, поскольку Министерство культуры не успело вовремя закончить документы, оформить. Да я не знаю, смог бы со мной говорить так вот мой покойный отец или вот моя мать, которая сейчас жива. Я не знал, что в этом суровом, в общем, человеке с железными иногда поступками, жестким иногда человеком, может твориться такая вот нежность. Он не то чтобы уговаривал меня, он ласковее со мной в жизни, пожалуй, никто не говорил. Извинялся Юрий Исаевич, а не Министерство культуры. За что он извинялся, совершенно непонятно. После этого разговора вся его личность для меня стала, здесь как айсберг. Уже было видно то, что иногда не видно снаружи. Это был человек невероятной души. Thank you.
в колоссальный в нас еще вкладывал какой-то нравственный начало, да. И его этические идеалы были настолько высокими в самых маленьких вопросах бытия. Он вникал в жизнь каждого из нас. Как он переживал судьбу каждого из вас? Не только скрипичный, профессионально, а вот именно что-то у вас лично не ладится или наоборот ладится. Как он старался всегда помочь, как он вообще, сколько он сил душевно тратил, не только на наши чисто профессиональные музыкальные дела, а и устроить на работу, и помочь с жильем, и накормить, и развести, если надо. Если надо, да. Нет, ну действительно, понимаете, у каждого и наш муж. Да. Каждый из нас есть или были родители, и мы безмерно благодарны за все хорошее, что они в нас вложили, за то, что они дали нам жизнь. Но я думаю, что каждому из нас какую-то духовную жизнь и наполненность духовную нам дал Юрий Исаевич. Здесь много говорили о широте эрудиции кругозора Юрия Исаевича, о том, что он все знал. И все очень тщательно планировал заранее. Он все знал о каждом из нас. Он знал не только о нас, он знал вообще о всем том, что происходит в мире. Каждый конкурс, каждое выступление, потом уже гастрольные выступления, знаю моих старших коллег при его жизни, всегда тщательно выверялись, в каких странах, в каких залах, перед какой публикой, что будет, какая программа будет играться. Всему этому придавалось огромнейшее значение. Я вспоминаю такой эпизод, когда я прошел, значит, всесоюзный отбор на конкурс Баха. Юрий Исаевич тут же, после решения жюри, следующий, он даже ничего мне не говорил, больше он сказал так, значит, пойдем, сейчас будем все делать с самого начала. Баха, ты здесь играл, как в Москве, это не конкурс Чайковского, ты едешь на конкурс Баха, ты будешь его играть в Германии. Мы начинаем работать заново. Это касалось какой-то стилистики, как даже в некоторых случаях штрихов и даже аппликатуры. Это было чрезвычайно важно. Я помню, когда я уже обратно вернулся, вот, говорит, идет наместник Баха. Он очень любил шутить, и его чувство юмора, его доброту, его доброжелательность, его помощь, которую он нам оказывал, мы несем в себе, и я думаю, что мы просто доживем и умрем с ней. Thank you.
помните, какие праздники были ваши классные вечера? Вся Москва, как мы любим говорить. Но это были праздники. Это были праздники. Это были самые страшные концерты, которые мы играли, включая все, я думаю, Володя скажет, и Карнеги холл, и другие холлы, и большой зал Москвы. Гриша, а как мы сейчас играем? Какие самые сейчас, страшные? Надо сказать, сейчас еще мы не пропустили благодаря стараниям Елены Исаевны и ее вдохновляющей, инцементирующей силы. Мы ведь ни одного года не пропустили без вечера памяти. Это когда вы играете на вечере памяти, Юрий Александрович, и все подряд играете, да? Это очень страшно. Это самый страшный концерт в жизни. Да, вы говорите про... Но прекрасно. Еще страшнее, чем... Но прекрасно. Я считаю, что ты сегодня играла очень удачно. Я очень доволен. Ноты есть? Да. Ну, начало это совсем не вышло. Побочные, но нужно пересматривать. Главное, ты вообще не понимаешь здесь что. В общем, разработку, это нужно еще пересмотреть все. Штрихи не те, все не так, не вышло. Так, а в общем, я очень доволен. Ну, разбирал по косточкам, все было плохо. Потом кто-нибудь входил, говорил, ну, Бочкова сегодня, по-моему, не очень удачно. Да. Я так не считаю. Но меня, ну, живого места не оставлял. Потом занимался с самого начала. Танечка, вот я сегодня специально пригласил тебя для того, чтобы мы могли так обсудить твое выступление с этим концертом на кафедральном вечере. Выступление было вообще очень хорошее, в общем. Но все-таки были некоторые моменты, которые нужно учесть и кое-что улучшить. Поэтому я хочу вот взять просто отдельные какие-то такие узловые, что ли, кусочки в концерте. Вот как говорить о первой фразе. Ты играешь очень поэтично ее, очень красиво. Вот. Но она немножечко однотонная. Хотя она вся поэтичная, вся задумчивая, вся в таких мягких лирических тонах, однако в ней есть тоже своя какая-то внутренняя динамика в этой фразе. И это у тебя недостаточно ярко выражено. Поэтому ты должна, когда ты начинаешь, несмотря на то, что там стоит и пьяно и дольче, так, все надо учитывать, что потом тебе надо сделать еще диминуэндо. Это ты должна учитывать. Кроме того, там к концу фразы есть указание импровизанду. Вот это тоже требует больше какой-то такой свободы от меня. Слишком это влив. Танечка, теперь возьмем, пожалуйста, цифру 13 Вивачи Ассаи. Вот это как раз один из тех кусочков, где требуется такой ярко подчеркнутый ритм, энергия, и последи за тем, чтобы хорошо прозвучивала каждая 16-я и в легато, и в отрывистых штрихах. Запись с Танечкой Гринденко, да? И вот в продолжении того, что сказала Ирина Васильевна, это как раз был урок, по-видимому, непосредственно сразу после классного вечера. И вот тот самый разбор ты играл очень хорошо, прекрасно, и дальше вот та огромная, гигантская работа. Дальше, дальше и дальше. Вот. Он старался, чтобы мы достигли этого идеала, так сказать, таким, каком он себе представлял.
имея вот такой идеал и имея выстроенное вот дерево, он давал шевелиться листочкам этого дерева под влиянием и изменения эпохи, и влияния индивидуальности того или иного исполнителя для своего ученика. И это дерево постоянно жило, хотя он не сомневался, вот, сомнения его обуревали, может быть, в каких-то деталях, но не в архитектоне, не вас... в стволе вот всего этого дерева. И Юрий Исаевич не только, так сказать, вот менторским тоном нам доказывал, что надо только так, но и соглашался с тем, что может быть и в том, что ты делаешь, есть рациональное зерно. Да, он обычно останавливал свой взгляд, когда что-то такое говорил, какую-то сентенцию такую я выдвигал, новое что-то. Долго-долго молчал, потом он проводил себя по усам и говорил: сумасшедший, ты прав. Точно? Реплика воспринята. Я помню, что на классных собраниях Юрия Исаевича, которые очень часто происходили, кроме прослушивания студентов, а также уже мастеров, которые приходили к Юрию Исаевичу после окончания консерватории, кроме того, существовал такой раздел, который шел под рубрикой «Разные». Это не всегда был приятный разговор. И вот я просто вспоминаю, что, будучи на первом курсе, я, в общем-то, провинился перед Юрием Исаевичем и ждал справедливой кары публичной. Ну вот, значит, началось обсуждение студентов, причем так я чувствовал, что по мере смены кандидатур напряжение возрастало очень сильно. Вот, обсуждали все более и более серьезные проступки, а вот меня все не было. Я ждал, когда же я буду. Неужели я буду последним? Это же будет ужасно, наверное. Вот, и, наконец, действительно, как-то все кандидатуры уже кончились, а Юрий Исаевич предусмотрительно меня посадил рядом с собой. Вот, он сделал большую паузу, во время которой я тщательно изучал палец, большой палец левой руки, посмотрел на меня, помолчал и сказал: «Ну, на сегодня хватит». Я клянусь, я не мог, все встали, я не мог просто двинуть ногой, потому что я настолько был собран и напряжен в ожидании этого ужаса, который сейчас будет, потому что сидят такие люди, для меня фамилии Ланцман, Спиваков, Третьяков, Жислин, Капельман, я не знаю, это были люди, которым я старался подражать, они уже так замечательно играли, я только вот начинал, и вот они все сидят, и сейчас, и вдруг этого не случилось, он меня простил на первый раз. Вот это... потрясающее педагогическое искусство наказывать или прощать. Это, вот, мне кажется, одна из тайн Юрия Исаевича, которые вот ушли, к сожалению, вместе с ним. Я к Юрию Исаевичу пришел в класс, когда Юрию Исаевичу было 36 лет. Так, это... И теперь, бросая ретроспективный взгляд в прошлое, могу сказать, что, как, конечно, всякий большой художник, он и рос, развивался, обогащался. Но в основном все те черты, какие из Янкелевича сделали всемирно известного Янкелевича, они были в нем уже заложены в самом начале. Он в самом начале знал, чего хотел, чего добивался и как добиваться этого. Те же были индивидуальные планы, тоже невероятная, та же невероятная интуиция по отношению к каждому, в общем, ученику, в котором, в общем-то, трудно, если не быть, не обладая таким чутьем, как Юрий Исаевич, каким обладал Юрий Исаевич, трудно и с какой стороны взяться за это дело, и вообще, как, какой дорогой идти, и какие рубежи намечать. Вот при такой невероятной самоотдаче и складывалось, вероятно, то здание, которое потом мы все знаем как школу Янкелевича, потому что это уже с самого молодого возраста он работал. Еще не маячили никакие впереди, ни конкурсы, ни известность, ни лауреатство учеников.
а это была будничная работа, она была такая, как будто завтра кому-то играть на конкурсе Чайковского или на любом другом состязании международного. Совестность. Да, это совершенно уникальная. Непостижимое, уникальное. Причем на всех. И с учеником, от которого, так сказать, он больше ждал, и с учеником, от которого он еще не знал, может ли он ждать чего-либо большого. И знал, что не может ждать. И да, все равно, да. Никаких любимых, нелюбимых учеников. Мне хочется здесь вспомнить слова другого выдающегося педагога Генриха Густавовича Нейгауза, который тоже преподавал в этих стенах Московской государственной консерватории имени Чайковского. Он писал о том, что создать талант нельзя, но создать культурную почву, создать культуру и создать почву для произрастания и для расцвета этого таланта можно. Вот именно таким выдающимся педагогом, такой личностью, которая создавала культуру, настоящую, высокую и чистую культуру, и был Юрий Исаевич Инкелевич.
это естественно, что в эти дни, когда мы стали встречаться друг с другом чаще и думать о Юрии Исаевиче, вспоминать что-то, я перечитала его книгу и его записные книжки. Это Юрий Исаевич скрупулезно записывал не только свое расписание, но все, что у него было в жизни. Каждый день, день за днем. А в жизни у него главное была музыка, ученики, занятия. Вот эта книжка, если я не ошибаюсь, да, она вышла в 83-м году. Ведь она, Владимир Юрьевич, произвела огромное впечатление. Да, хотя наша методическая мысль, в общем, особенно в сфере скрипки, имеет прекрасные примеры. И работа Константина Георгиевича, и работа Мостроса, и работа Абрамовича Винпольского, и целый ряд других педагогов, и не только Москвы, и Ленинграда. Ну, вы, наверное, мне подскажете, вы лучше знаете. И в то же время, вот это, казалось бы, небольшая книга. Небольшая. Она произвела просто сенсацию, ведь через несколько дней ее уже достать было невозможно. Правда? Я не ошибаюсь. И сейчас возникает естественный вопрос о ее переиздании и расширении. Она что, на основе диссертации Юрия Исаевича? В основе этой книжки лежит его диссертация. Диссертация, которую он делал в Московской консерватории. И мне надо сказать, что Юрий Исаевич это один из уникальных педагогов, который в своем искусстве применял не только свое музыкантское чутье, интуицию, но и свой огромный ум, исследовательский ум. И здесь вот это педагогическое наследие, это действительно вот такой концентрат опыта Юрия Исаевича Инкелевича. Надо сказать, что когда встречала я Юрия Исаевича, всегда меня поражала его неуемная энергия. Он весь был наполнен какими-то новыми мыслями, новыми соображениями. И действительно не только по поводу выправы скрипичного искусства. Он превосходно знал литературу, сколько мы с ним говорили о новых произведениях, о живописи. Он меня однажды поразил, когда он сравнил скрипичную игру именно с такой вот живописностью. И говорил, что ему хочется, чтобы скрипка звучала многоцветно, как самое лучшее полотно импрессионистов. И вот он очень ценит скрипачей по их такому цветному спектру звука. Понятно. И говорит, я стараюсь у моих учеников добиться вот этого многоцветия спектра звука. И мне, говорит, очень радостно, когда я это достигаю. Это, говорит, самая сложная задача. Thank you.
он был крупнейший, мне кажется, психолог, потому что он очень хорошо знал и ученика, и психологию самого процесса обучения, и психологию выхода на эстраду. Ведь он учитывал самые мельчайшие подробности в этом отношении. Ведь он, когда ученик должен был у него играть на концерте, предположим, через месяц, он ему назначал занятия именно в это самое время. А если ученик должен был играть на конкурсе первый тур утром, он его вызывал утром. То есть он даже учитывал такие, казалось бы, вроде бы незначительные нюансы, но он понимал, что в музыке и в обучении мелочей нет. Все очень важно. И вот в этих книжках действительно сосредоточены его записки, заметки. Казалось бы, вроде будничные. На самом деле, в них скрыто очень глубокое и очень важное содержание, которое мы должны расшифровать и должны это донести в опыт до следующих поколений. Совершенно верно. И не только практическое содержание, но и содержание художественное, художника. Майя Самойловна, вы как раз, наверное, пользуясь этими книжками, когда вы писали свою отличную статью о построении индивидуальных планов в классе Юрия Исаевича. Я смотрела эти книжки, конечно. Но я хочу вот что сказать. Когда Юрий Исаевич приходил на урок заниматься, скажем, с учеником, то это было не то, что случайно, то он придет, и он не знает, что он будет делать, допустим. Он знал совершенно точно, что и с кем он должен делать. Над чем поработать, скажем, этот урок, над чем, что можно, так сказать, отложить на следующий раз. Вот это, и это отношение, и это вот сущность Юрия Исаевича, педагога, она сказывалась не только в занятиях с учениками, она сказывалась во всей жизни консерватории, во всех, так сказать, проявлениях консерваторской жизни. То есть, вот когда Юрий Исаевич сидит на вечере, скажем, на зачете, на экзамене. Ведь я не помню такого случая, чтобы он послушал кого-то и ушел. Я такого случая не помню. Он слушал всех. Не потому, что у него было больше времени, чем у других. Это всех не своих учеников. Да, и своих, и всех остальных. То есть от начала до конца. От начала и до конца. Не потому, что он был очень свободен, а потому, что ему было интересно. Ему было интересно, как играют студенты в других классах, какой репертуар, какие-то, что-то он для себя всегда брал. И потом обсуждение, когда это было, ну, это просто колоссальная польза была, я считаю. Это колоссальная школа была для всех педагогов. Вот и с планами тоже, это целая система, потому что вот по этим планам, Юрий Исаевич, можно просто учиться всем педагогам. Их надо было бы издать отдельно. Ведь правильно. Это же он не только составлял план на полгода, как вот там в этом плане сказано. Первое полугодие, второе полугодие. Он составлял перспективный план, который на несколько лет, в общем, так сказать, был рассчитан. В шведском городе Карлстаде вот уже более 20 лет живет и работает бывший ученик профессора Инкелевича Сигвард Стенберг. Он был первым шведским учеником Московской консерватории. Сигвард Стенберг не стал музыкантом, чье имя гремело бы по всему свету. Но не всем же, в конце концов, быть знаменитыми. Здесь, в Швеции, его больше ценят и знают как талантливого педагога. Сигвард Стенберг приехал в Советский Союз с четко поставленной для себя целью – овладеть русской школой игры на скрипке. К тому времени за его плечами уже была шведская консерватория, он играл в самом лучшем тогда шведском оркестре, Гетеборгском симфоническом. Но однажды один из знакомых показал ему несколько технических приемов игры на скрипке, которые сильно поразили Сигварда. Такому в шведской консерватории его не учили. Так он впервые познакомился с русской школой и решил во что бы то ни стало поехать в Советский Союз, чтобы узнать о ней как можно больше. Многие друзья и знакомые отговаривали его. В местной прессе писали тогда о нашей стране в основном в мрачных тонах. Ему даже говорили, что, возможно, он оттуда вообще не вернется. Но Сигвард Стенберг от мечты не отказался, а настойчивости в достижении цели ему, как говорится, было не занимать.
написал в Министерство культуры СССР письмо по-шведски с просьбой разрешить приехать ему учиться в Советский Союз. Письмо осталось без ответа. Тогда он написал еще одно по-немецки, затем по-английски. Однако ответа по-прежнему не было. Один из друзей посоветовал написать ему письмо по-русски и сказал даже, что неподалеку живет старый генерал в отставке, который знает русский язык. На старой машинке с русским шрифтом, оказавшейся у генерала, они напечатали новое письмо с просьбой Зигварда. И вскоре пришел ответ из министерства с приглашением приехать в Москву. Я не просто хорошо помню это время. Для меня это были самые счастливые и самые богатые в духовном развитии годы. Я приехал в вашу страну и смог познакомиться с известной тогда во всем мире русской школой игры на скрипке. Я, естественно, был тогда еще молод и горел желанием узнать все о русской методике. Мне действительно очень повезло, что удалось получить приглашение приехать в Москву. Это было в 1958 году, и мне было тогда 24 года. Человек из министерства помог мне познакомиться с профессором Инкелевичем, который, кстати, хорошо говорил по-немецки. Так вы начали свои занятия у профессора? Я учился у него 3 года. У меня, правда, сначала была виза только на 3 месяца, но профессор помог мне продлить ее до 3 лет. И все эти годы я учился в его классе. Вы ведь знаете, что школа Янкелевича выбрала в себя высшие мировые достижения в обучении игре на скрипке. В то время, когда я учился, самым важным считалось с самого начала учиться правильно играть, и так до тех пор, пока студент не становился мастером. Не менее важно было добиться хорошего звучания в сочетании с высокой техникой и свободной манерой игры. В более поздние годы его наиболее известные ученики Третьяков, Спиваков, Жислин и другие стали говорить о той высокой музыкальной культуре, которую он прививал на своих уроках. В то время у профессора уже появились ассистенты, которые помогали ему обучать по его методике. Что бы вы могли передать тем людям, которые вы знаете, которых в Москве? Что бы вы хотели им передать, сказать? Да. Вообще, конечно, я хочу дать всем друзьям самый сердечный привет. И хочется тоже передать от шведского народа, советскому народу, очень большой привет, чтобы мы дружили и развивали наши особенно культурные связи. И кроме этого хочется сказать особенное спасибо к тем людям, которые помогали мне там, дали мне возможность учиться. И, конечно, это мне очень с большой чувством, я чувствую благодарность Янкелевичу, потому что он же помогал мне остаться там 3 года, и я получил такое образование, такую школу, который я бы не мог нигде больше получить. И все получил даром. Никогда он не говорил о деньги. Я там жил в общежитии. На самом деле я платил только за хлеб, за питание. И я чувствую тоже к семье Янкелевичу очень большую благодарность. И я очень рад, что я могу с ними поддержать связи. И тоже чувствую благодарность тем ученикам, которые я могу держать связи по вопросу методику. Например, Владимиру Спивакову, Григорию Жислину, Ирине Бочкове и другим. И те, которые в мое время помогали, вроде помощники, ассистента. Вы часто бываете в Советском Союзе?
Да, обычно. Теперь я 4 года не был, но я теперь скоро поеду. Я, там будет памятный концерт и классный вечер. И тогда Янкелевичева, да, классный вечер. И я поеду вместе с этой ученицей, которая играла в концерте Чайковского, туда. Нет, я хочу, чтобы она там занималась, училась в консерватории. Есть там известный профессор Майя Глисарова. Она была ассистенткой тогда у профессора Янкелевича. Это у нас надежда. Он же беспощадно относился к себе. Он мог ездить по всем городам, куда его пригласят, всюду читать лекции, проводить семинары, тут же заниматься и тут же записывать вот в эту записную книжечку наиболее талантливых, которые ему по пути встретили. Одну из, так сказать, записей Юрия Исаевича где-то на экзамене в Ленинграде. И вот там Спиваков, значит, там такие-такие замечания, очень одаренные. Там, значит, безверхние там то-то, то-то, где-то недостатки. Очень яркий и самобытный, так сказать, талант. Вот такие вот вещи, понимаете? Причем... И он тебе все записывал. Все записывал. Все это сохранено. Причем, что поразительно, когда играл... Вступительный экзамен Миша Безверхний, Михаил Безверхний, скрипач, а в дальнейшем первая премия конкурса в Брюсселе, что само по себе говорит немало, да и на других конкурсах. А он ведь был такой весьма неорганизованный молодой человек. Он пришел поздно в общежитие, общежитие было закрыто, дверь, и он полез по водосточной трубе к себе на тот этаж, где он остановился, то есть не остановился, где ему разрешили жить в период экзаменов. Утром это стало известно, страшное волнение, и вообще, что Безверхнего не надо допускать к дальнейшим экзаменам. Как
защищал Юрий Исаевич. Смело и, так сказать, уверенно, что он нужен. Это может быть со всяким, я не знаю, насколько со всяким, но во всяком случае, что это может быть. В нем не было вот этой застылости такой, что плохо и что хорошо. Вот вы сказали, что Юрий Исаевич защищал своих учеников. Как он о них заботился, я вспомнил рассказ Юрия Исаевича, связанный с Витей Третьяковым. Ведь когда Витя здесь учился в Москве, его родители, отец его был военным музыкантом, жили, если не ошибаюсь, на Дальнем Востоке. Нет, в Иркутске. В Иркутске. Юрий Исаевич считал, что Вите без семьи здесь плохо, он скучает, он одинок. Да, ему нужна семья. Ну, отец военный музыкант, военные не выбирают себе место работы, им приказывают, они едут. И вот Юрий Исаевич, ни больше, ни меньше, как добился приема у министра обороны, маршала Малиновского тогда, пошел к нему и рассказал, что у него есть такой необыкновенно талантливый скрипач, Витя Третьяков, но вот он один, ему нужно жить с родителями, иначе вот он не сможет полноценно заниматься, развиваться как скрипач. И представьте себе, Малиновский перевел отца Вити Третьякова, ну, естественно, с матерью, сюда, в Москву, где они в Москве на первых порах жили, не знаю, как-то мы к этому вопросу не возвращались, но он жил уже с семьей. Вот это Юрий Исаевич. И потом комнату выхлопотовал. А меня еще, знаете, что поражало? Это полное отсутствие педагогического эгоизма. Ведь Юрий Исаевич никогда не показывал быстро растущего ученика раньше какого-то срока, который он положил сам в своей методике и в своем отношении к этому ученику. Ведь иногда педагогов захлестывает, так сказать, и это вполне естественно. Вот успех, вот сразу приходят аплодисменты, показывает раз, показывает два. Нет, Юрий Исаевич был с какими-то такими внутренними нравственными тормозами, что он не позволял вот таким слабостям
возникнуть и воздействовать на его работу. Вот это меня тоже поражало. Вы, наверное, Инна Исаковна, хорошо это знаете и по работе с средним звене, и со школьниками, так сказать, с детской музыкальной школы, с самого начинающего. Конечно, конечно, все всегда было по плану, все всегда было по делу. Он очень доверял, но когда нужно было, очень скрупулезно проверял. Да. Он занимался очень увлеченно, а поскольку я знаю Юрия Исаевича с 32-го года, с 37-го года мы работали просто в одном учреждении, мне довелось и посчастливилось наблюдать рост и учеников Юрия Исаевича, и его самого, так сказать, как ему приходила постепенно педагогическая мудрость, педагогический вкус, расчет. Как потихоньку усложнялись его задания, как он сдерживал свой огромный темперамент, потому что он все, никогда ничего не делал вполовину, это всегда было взахлеб. Вот. И как постепенно он умел, так сказать, подчинить свои страсти какому-то расчету, чтобы не напугать ученика, чтобы слишком большие требования не заставили ребенка растеряться. Поэтому это было чрезвычайно интересно. И зная его вообще как всестороннюю, многогранную артистическую натуру, я считаю, что скрипичному искусству повезло, что он сосредоточился на нем. Потому что он мог быть и адвокатом, и, может быть, и поэтом. Сам же читал стихи потрясающие. Во-первых, он мог быть певцом. Да, он был чудесный, звучащий, да, баритон. Он пел «Арию демона», я до сих пор забыть не могу. Совершенно верно. И с особой выразительностью «Арию Елецкого». Он говорил: «Правда, Таня, там немножко трудно начинать. Я вас люблю. Это люблю безмерно». Это было немножко низковато для него. Дело в том, что наше поколение, я простите вас, да, наше поколение очень часто собиралось вообще, так что мне довелось встречать Юрия Исаевича в самых различных ситуациях и в общении с различными людьми. И он всегда был и обаятелен, и искренним. Но душой общества. Душой общества. Он и танцевал очень хорошо. Прекрасно. И рассказчик был превосходный. Я считаю, что адвокатом он мог быть тоже первоклассным. И вы знаете еще кем? Кем? Скрипачом-солистом. Очень и артистом оркестра. Я читала, имела счастье читать отзывы Александра Константиновича Глазунова во время экзаменов Юрия Исаевича в Ленинградской консерватории. Отзывы Глазунова, да, и он ставил плюс к 5, и он предрекал ему настоящую исполнительскую деятельность. Исполнение Брамса Янкелевичем, Юрием Янкелевичем, как его тогда, естественно, называли, заставило Александра Константиновича пересмотреть многое в этом произведении и, во всяком случае, предвидеть огромную карьеру этого талантливого музыканта. А педагогика пересилила? Педагогика пересилила. Но позвались Тимпольскому, профессору Тимпольскому Абрамовичу, когда поступила из УБИК, не приеду ребят. И просто Юрий Исаевич Воленс-Ноленс увлекся этим материалом. Я знаю, что он особо занимался Леонид Борисовичем Коганом, с маленьким Леней. Увлекся им и очень много дал. Очень много дал. И вообще дружба Юрия Исаевича и Леонид Борисовича, или Леонид Борисовича и Юрия Исаевича, это, конечно, страница, да, в истории и исполнительского искусства, скрипичного. Тут было какое-то не только взаимное огромное уважение, но какая-то признательность со стороны Леонида Борисовича, может быть, как младшего к старшему и к своему педагогу, признание Юрия Исаевича исключительного таланта Леонида Борисовича.
повезло. Я начал учиться на скрипке у Янкелевича со своих первых нот. В возрасте 5,5 лет я мало-помалу стал заниматься на скрипке. В то время у Юрия Исаевича Янкелевича начинала свою работу Майя Самойловна Глизарова, его бессменный ассистент на протяжении многих лет. И у Юрия Исаевича и Майи Самойловны я начинал свои занятия. Я делал свои первые шаги. Бессменно проучившись на протяжении всех школьных лет у Майи Самойловны и у Юрия Исаевича, я затем был принят в класс Юрия Исаевича в Московскую консерваторию. Годы общения с Юрием Исаевичем оставили глубокий, огромный отпечаток на моем формировании как скрипача, на моем формировании как музыканта. Я с большим удовольствием вспоминаю атмосферу, которая царила в те годы, да и вообще во все годы в классе Юрия Исаевича Янкелевича. Класс был в то время невероятно спаян. Была своего рода здоровая конкуренция между учениками всего класса, между учениками подрастающим поколением и уже студентами консерватории. И музыкальная общественность уже была привычна к такому изречению, что Янкелевич просто печет лауреатов. Не проходило буквально и года, сезона, чтобы ученики класса Янкелевича не одерживали блестящие победы на различных международных конкурсах, на труднейших соревнованиях. Я с огромной благодарностью вспоминаю все эти годы, которые меня научили очень многому. Такая великолепная школа, которую давал Юрий Исаевич своим питомцам, не могла не отразиться на гармоничном развитии каждого. И теперь, общаясь с разными оркестрами, с разными симфоническими и оперными коллективами, я с огромной благодарностью вспоминаю это все. И мне это невероятно помогает в моей нынешней работе. Такое детальное знание инструмента, скрипки, которая помогает так детально знать струнный оркестр. И мне думается, что нынешнему поколению молодых музыкантов, студентов консерватории, пожалуй, может быть, не достает той интересной творческой атмосферы, которая была и присутствовала в те годы в классе наших больших, великих профессоров, таких как Юрий Исаевич Янкелевич, таких как Давид Федорович Ойстрах. У пианистов в то время это были Лев Оборин, Яков Зак, Яков Флиер. Мне бы хотелось бы пожелать всему нынешнему поколению молодых начинающих музыкантов бережно хранить те огромные традиции, то непреходящее, что оставил нам Юрий Исаевич Янкелевич. Вы знаете, я до сих пор помню, как был период, когда и Леонид Борисович, и Юрий Исаевич должны были получить по заслугам, и давно бы, уж казалось, давно должны были получить свои собственные кафедры. То есть возможность высказаться и, так сказать, уже создавать на базе кафедры свои школы. И тот, и другой по-разному, но каждый имел полное для того основание. В тот момент, когда Леонид Борисович уже мог получить кафедру, а вопрос кафедры Юрия Исаевича как-то откладывался. У нас бывало так, вот так отложится и отложится.
Я встретила Леонида Борисовича, сказала ему, что вот я знаю, что он может получить кафедру. Он говорит, нет, Татьяна Алексеевна, я ее не приму до тех пор, пока Юрий Исаевич не получит кафедру. Я просто это сделать не могу. И вы знаете, Юрий Исаевич об этом даже не знал. Это я выдаю такой небольшой секрет после многих-многих лет. Но вот это отношение и у Юрия Исаевича иногда было «нет». Это сказал Леонид Борисович, так, вероятно, и должно быть. Вот это какое-то совершенно особое благородство взаимоотношений двух больших музыкантов, больших педагогов. Ну, Леонид Борисович был исполнитель огромного масштаба. Вот. Но у Юрия Исаевича ведь артистизм жил в душе. Он не играл, но он был артист. Верно, Георгий Борисович? Конечно, он был человеком, ну, артист, он был человеком исключительно многогранным. С Юрием Исаевичем можно было говорить о чем угодно. И было одинаково интересно говорить с ним о литературе, о театре, о живописи, о кино. Но вот мне посчастливилось слышать его рассказы. Вспоминаю, как Юрий Исаевич, только что вернувшись из Японии, пригласил меня с женой к себе и целый вечер рассказывал нам о Японии. Ну, этот рассказ был интересен, это не то слово, это был захватывающий рассказ, причем Юрий Исаевич умел, по-видимому, живописать не только музыкой, но и словами. И то, что он рассказывал о каждодневной жизни японцев, о быте одной из токийских консерваторий, в которых он работал. Он говорил о том, что сам факт приезда советского профессора в эту консерваторию сразу поднял ее над всеми остальными. И другие консерватории этой ужасно завидовали. Тут сам Янкелевич, ну, конечно, он этого не говорил, но было совершенно ясно, почему им завидовали. Еще один очень любопытный штрих из рассказов Юрия Исаевича. Об этой же консерватории идет речь. Юрий Исаевич говорил нам, что он никогда не любил и не считал возможным заниматься с учеником от сих до сих. Он занимался столько, сколько считал нужным. Если нужно было полчаса, если нужно было три часа. А там, в этой консерватории, а там ведь обучение платное, хорошо известно, в чем дорогое, если он занимался лишних пять минут с кем-нибудь, остальные были недовольны, почему же за те же самые деньги один получает больше, другой меньше, этого Юрий Исаевич абсолютно не мог понять, он этого просто не принимал. И еще одну сторону хочу, что ли, подчеркнуть его характера, что ли, его человеческого таланта. Он необыкновенно относился к своим ученикам. Ну, они его боготворили, это, может быть, не слишком сильное слово. Вот не было более страшного наказания для его учеников, чем запрещение приходить на занятия в его класс. И вот когда мы, а я представляю кафедру языков консерватории, были недовольны кем-нибудь из учеников Юрия Исаевича, мы хорошо знали силу его наказания, только в самых крайних случаях прибегали к этому. Я приходил, говорил Юрию Исаевичу, вот Юрий Исаевич, такой-то ваш студент нас плохо занимается, ему придется обратиться к вашему. Хорошо. Все. Через два дня студент приходил с полностью приготовленными уроками и больше не пропускал занятий, потому что Юрий Исаевич ему говорил, пока не приведешь в порядок свои отношения с кафедрой языков, ко мне в класс не приходи. Повторяю, страшнее наказания для него не было. И последнее, что мне хотелось бы еще сказать, я не совсем обычным образом познакомился с Юрием Исаевичем. Дело в том, что моя жена работала в то время в журнале «Советская женщина», и ей поручили написать очерк об одной из наших скрипачек, Ире Бочковой. И вот как-то она приходит вечером домой и рассказывает мне, знаешь, вот я беседовала с Ирой Бочковой, я буду писать о ней, она мне сказала, что мне необычайно, говорит Ира, повезло в жизни, я учусь у лучшего скрипичного педагога мира. Мне стало интересно, как это выглядит, лучший скрипичный педагог мира. Я уже работал в консерватории, с Юрием Исаевичем не был знаком, и сделал все возможное, чтобы с ним поскорее познакомиться. Это был великолепный совет Иры Бочковой, до сих пор
и благодарен за это. Это действительно не только лучший скрипичный педагог мира, но один из самых интересных людей, с которыми мне приходилось общаться. Хотела рассказать, как я попала к Юрию Исаевичу в ассистенты. Я начала заниматься у Юрия Исаевича в 7 классе в ЦМШ. Кончила школу, кончила консерваторию, аспирантуру. Побывала на конкурсах уже. Вот в консерватории я играла на конкурсе. И вот когда я поступила в аспирантуру, Юрий Исаевич решил проверить меня, гожусь ли я для педагогической работы, вероятно, так. У меня уже было 5, 6, 7 человек, студентов. И я занималась уже по-настоящему с ними. Юрий Исаевич очень требовал, давал много самостоятельности и очень был требовательный. Особенно если я уезжала на гастроли, то я должна была представить полный план, вот что без меня будут мои студенты делать, чем они будут заниматься. Иногда нужно было их... иногда они занимались без меня у Юрия Исаевича, иногда даже с другими педагогами. Но я должна была это все доложить. Это отношение у меня осталось до сих пор.
Вот сейчас я стараюсь урезать свои гастроли, не ездить больше, чем на неделю, на 10 дней. Но это максимум, 10 дней, может быть, раз в году. Потому что если я уезжаю на 10 дней, то у меня уже в классе работа идет хуже. То есть если работаешь с детьми, то нужно работать постоянно. За 10 дней они успевают уже выучить новые произведения. Вот. И я сейчас все больше и больше понимаю, восхищаюсь Юрием Исаевичем, который нашел в себе силы вообще бросить концертную работу. Ведь он мог быть солистом, он мог играть в квартете. И он все это бросил только для того, чтобы заниматься со студентами. Вот сейчас я начинаю вспоминать по-настоящему, со своим опытом, что он мне говорил. И еще вот тоже я сейчас поняла, Юрий Исаевич это понял давно. И Юрий Исаевич, и его учитель Ямпольский начинали с детей всегда. У Юрия Исаевича были ребята в ЦМШ, в Гнесинской десятилетке, в училище, в консерватории, в Гнесинском институте. Вот он все успевал. Ну, под конец больше было в консерватории. И в ЦМШ преподавали его ассистенты. Но я помню, когда он вел все. Я помню, как мы слушали музыку, как он читал стихи, пел нам на уроке. Это всегда было большое событие. И я стараюсь как-то вот то, что я помню, все это продолжать в своем классе. Это ученики мои дети, они ко мне приходят и обедать, и несколько раз в неделю у меня бывают слушают что-то, мы ходим в театры, на выставки. Это все помогает в работе очень. Я за это благодарна Юрию Исаевичу. Атмосфера в классе Юрия Исаевича, его отношения и общение с ассистентами. Ведь Юрий Исаевич мог подавить своей личностью в общем, а этого он никогда не делал.
каждый ощущал, что он его очень ценит. И Юрий Исаевич всем показывал, что его ассистенты лучшие ассистенты в мире. То есть все время какое-то особое уважение к своим помощникам, любовь, внимание. И то же самое о концертмейстерах, о пианистах. Ведь они жили по жизни Юрия Исаевича, если можно сказать. Можно было бы кого-то позвать к себе, повидаться или собраться пойти в театр, но слышал в ответ: знаешь, сначала надо выяснить, что хочет в этот день Юра. Так они его ласково называли, только без него, согласна. Потому что если он вызовет на урок, ну ты же сама понимаешь, я, конечно, не пойду. И вот это удивительно совершенно. Фазель Касьяновна, как приходил Юрий Исаевич на работу? Всегда вовремя, никогда не опаздывал, всегда предупреждал всех, и последний уходил до 12 и позже даже. И всегда внимательный, да. И всегда зайдет в диспетчерскую, и всегда что-то пошутит. Да, обязательно. Обязательно. Никакой тени высокомерности. Никакой. Хотя ведь он угадывал, что он педагог выдающийся. Он знал это где-то внутри. Он знал себе цену, конечно, правильно, но он никогда этим не бравировал. И он, поэтому он так себя смело ощущал на семинарах. Хотя он и волновался. Но вот на семинарах вы рассказали о Японии, то есть занятия. Ведь он был и в Париже. Там тоже был огромный отклик и успех его занятий. Да, это была его жизнь. Да. И именно жизненное призвание, потому что он относился к своим ученикам как к продолжению не только лучшего человеческого, как к продолжению искусства, но и как к своим детям. Я хочу сказать, что вот отношение Юрия Исаевича к ассистентам, к ученикам своим, вот эта фанатичная, так сказать, преданность. Вот вы хорошее слово. И, так сказать... Вот даже, я бы сказала так, вот на учениках, может быть, это не всегда сначала оказывало влияние, в смысле своего уже отношения к своему делу, которое они потом избирали, так сказать, в жизни. Но, в конце концов, потом всегда это сказывалось. Вот этот фанатизм, вот эта требовательность колоссальнейшая к тому, что они делают, колоссальнейшая требовательность к себе – это во всех вот оставалось. Во всех. Thank you.
1989 года исполнилось 80 лет со дня рождения Юрия Исаевича Янкелевича. Он не дожил до этого дня целых 15 лет. Можно только предположить, что за эти годы он мог бы сделать, сколько бы новых имен, новых талантов открыл. Но и за то время, что ему было отпущено судьбой, он успел сделать столько, сколько другому педагогу не сделать и за две жизни. За 40 лет работы он воспитал около 200 музыкантов. Его строгий вкус, требовательность к себе, верность традициям и поиски новых путей, его высокие душевные качества стали своеобразным камертоном для его учеников, по которому они сверяют свою жизнь. И их, в свою очередь, отличает высокий профессионализм и способность работать, ничего не оставляя про запас, с полной отдачей духовных и физических сил. Учениками в широком смысле слова были и те, кто постоянно с ним работал, кто отдал свой талант для создания единой системы обучения школы Янкелевича. Это его бывшие ассистенты Майя Глизарова, Евгения Чугаева, Рафаэль Давидян, концертмейстеры Наталья Ежевская, Серафима Черняховская, Белла Ракова, Анна Левина, Мария Штерн. Бережно хранятся традиции класса. 9 марта 1974 года осиротевший класс впервые собрался на концерт, посвященный памяти учителя. Вы слышите фонограмму, записанную в тот вечер. Все 32 участника концерта исполняют фрагмент из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» в редакции Юрия Исаевича. С тех пор каждую весну класс профессора Янкелевича приглашает тех, кто любит скрипку, на свой классный вечер.
Татьяна Гринденко, лауреат 9-го Всемирного фестиваля в Софии, лауреат 6-го международного конкурса имени Генриха Винявского в Познане, руководитель ансамбля «Академия старинной музыки».
Михаил Безверхний, лауреат международного конкурса имени Генриха Винявского в Познане, лауреат 13-го международного конкурса в Монреале, лауреат конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе. Thank you.
Ирина Бочкова, лауреат международного конкурса имени Чайковского, лауреат международного конкурса имени Жака Тибо и Маргариты Лонг в Париже, заслуженная артистка РСФСР. Владимир Ланцман, лауреат международного конкурса имени Жака Тибо и Маргариты Лонг в Париже, лауреат международного конкурса в Монреале,
профессор скрипки Монреальского университета.
Григорий Жислин, лауреат 14-го международного конкурса имени Паганини в Генуе, заслуженный артист РСФСР. Thank you.
Коган, лауреат международного конкурса в Хельсинки, заслуженный артист РСФСР, выступал как концертирующий скрипач, в настоящее время симфонический и оперный дирижер. Рубен Агаронян, лауреат международного конкурса в Бухаресте, лауреат международного конкурса в Монреале, народный артист Армянской ССР, художественный руководитель государственного камерного ансамбля Армянской ССР. Thank you.
Михаил Капельман, лауреат международного конкурса имени Жака Тибо и Маргариты Лам в Париже, заслуженный артист РСФСР, первая скрипка государственного квартета имени Бородина. Thank you.